чудесное утро сегодня, абсолютно безрезультатное. Но ничего страшного. Сейчас отскочу домой, там надо пару дел сделать, и потом вечером Олег обещал приехать. Если у него получится, то будем устраивать ему охоту, а я буду оператором. Будем надеяться, у него получится. Олег, ну расскажи, что ты сегодня ел? Сегодня ел деликатесы деликатесные. Так. Номер один. Что в меню было? Были яйца. А эти, горные устрицы? Нет, будем называть вещи своими именами. А, это типа как из той серии, что... Ну как твоя последняя охота? Ты должен сказать, не последняя, а крайняя. Да? Или, например, как там курок? Не курок, а спусковой крючок. Или, например, как сегодня был на охоте и убил двух енотов. Не убил, а добыл. Говоря о енотах. Давай, ну в общем-то, ну. Сегодня мы ели яйца копченые. Олени. Обалденные. Тебе показалось, что одно было немножко помягче, чем второе? Одни были просто стальные яйца. Ну да, то есть один был мощного повзрослее, другой помоложе. А но... второй был такой кто... хлюпик. В общем, ни рыба, ни мясо. Не, ну ты реально почувствовал разницу? Почувствовал. Ну я тоже. Но на вкус как бы чисто консистенция потом разная. Ели мы сегодня копченые легкие оленя. Вообще осталось чуть-чуть. Выглядит, конечно, не очень снаружи. Но на вкус это божественно. Да, реально. Вот я давно думал, какая моя самая любимая часть оленя. Сначала я думал бэкстрэпы, задние эти мышцы. Потом я думал, что это изнутри, которые идут такие маленькие полоски мышц. Да, филей. Филей. Потом я думал, что все-таки сердце. Но ну, сегодня нормально. В очередной раз попробовал копченое легкое, я понял. Если бы олень мог состоять из одного огромного легкого. Слушай, я вдруг знаешь, что подумал? Это было просто божество. Я вдруг подумал. А прикинь, если язык отварить, почистить и закоптить. Наверное, будет сухой. Как же язык? Ты знаешь, сколько там, кстати, жира в языке? По крайней мере, в оленя. Я не знаю, как говяжий, я никогда сам не делал говяжий. Ну, слушай, ну легкие, это вот эта вот неописуемая текстура, они кажется, что огромный кусок, ага. А ты его начинаешь разжевывать, и он такой прям воздушный, как, ну, как безе. Зефир. Как безе, да? Как зефир. Безе, он тает у тебя во рту. Ну, вообще, ну ты прям описал, я даже проголодался. Так, ладно, что еще у нас сегодня было в меню? В общем, ты... Ну, ладно, пока скушай. И самое главное, слушайте, текстура... Ну, подожди, на десерт что было? На десерт я немного съел... На десерт я немного съел копченого жирка с мяском енота. Енот имеется в виду полоскуна. Те, кто говорят, что фу, енот, фу, мусорщик, фу, падальщик. Ну, в общем, как они там не называют. Не, эти были из леса, там мусорок нет рядом. Ребята, вы просто не пробовали копченого енота. Ну, божественно, согласись. Теперь я не знаю, что божественнее, енот ты или жирок, легкий. Ты жирок-то спанул там или ты чисто мясо отрезал? Я отрезал прямо с задней ляжки, такой кусок там было, сверху прослоечка мяска, потом... Точнее, снизу прослоечка мяска, а сверху прослоечка сальца. Я вот реально думаю, что енот жир, он прям не уступает медвежьему. Хотя, кстати, зависит, наверное, от того, что медведь ел. Надо медведя добыть. Да, надо медведь добыть. Сравнить. Точно. Но, блин! Ира. Шикарный ассортимент, который мы сегодня поглощали. Мы сейчас что будем делать? Давай в двух словах. Ну что, ну пойдем на охоту. А, ну пойдем на охоту. Так. Лук есть, стрелы есть, FOC померили у него 14,5, а у меня пока неизвестно. У меня стрела оказывается 14,5 FOC, ФОК. Я думаю, что у меня ФОК 13. Оп, все, нам звонят, все, пошли на охоту. Лиза, ну как же, если я не буду комментировать, ну кто будет комментировать? Смотрите, какой у него саквояж. Ты че? Если твой... Мой вот аккуратненький, сложить красивенький. Так, тут будет то же самое. А, да, действительно, с этим вот выпуклостью. Так что, пожалуйста, давайте мы не будем с вами ля-ля и идем на охоту. All right, let's go!
Че так довольный. В общем, план такой. Это я сейчас записываю для зрителей, не для тебя. Потому что мы с тобой уже все обсудили. Значит, сейчас ветер туда. Через час он должен смениться туда. Оленей мы ожидаем оттуда. Тут есть несколько троп, еле заметных. Там хорошая тропа. И пойдут они, значит, туда. Мы сейчас залезем. Олег залезет на это вот дерево. А я залезу. Наверное, вот на это вот и буду снимать. Готов? Гагарин. Полез. Вот только давайте без этого, пожалуйста. Вот нельзя давайте. Без этого. Надо вот закончить. Давайте, вот давайте без этого. Вот давайте вот без этого вот, этого вот видео палевного. Давайте. Почему палевный? Ну в прошлый раз я говорил, добудешь. И ты добыл. Что, ну, ты опять хочешь нет, добыть? Нет, в этот раз знаешь, что я скажу? Давай я скажу. Нет, подожди, наш эпизод опять. Мы тонем, Олежа. Надо вытягивать. Во-первых, скажи быстренько прям, секунды три. Вот когда он пошел наверх туда, он остановил, он сначала пошел в... от нас, а потом повернул вроде как к нам. Но. И когда его моя фоткамера, фотоловушка сфоткала, ты думал, все, он придет к нам или еще не был уверен? Я не был уверен. А у него были шансы и туда, и туда. Да, как 50-50. Бы он мог на поле, а мог к нам. Ну и он пошел на поле. Ну, началось темнеть, и он почувствовал себя это. А что ты делаешь? С фонариком играю. А. Как там это говорилось, ты забыл? Нет, какой-то вот, помнишь, ты как что-то на какой-то, он на латыни говорил какое-то слово. Помнишь, у нас еще эпизод был про это? Ух. Мертвый язык. Что-то такое было. Называется, эпизод называется мертвый язык. Ладно, короче, посмотрите там. Напоследок, чтобы вытянуть. Я обещаю, что в следующий раз обязательно добудем. Ну все. Твоя очередь добывать. Погнали. Погнали. Надо заехать сумку забрать. Мы хозяевам этих угодий мясо завезли. Надо термосумку забрать, не забыть. Ну, ты сегодня, конечно, можно сказать, без добычи, а я однозначно с добычей. Я сегодня копченого енота добыл. Да, у меня... Божественный просто капец! Где ты его добыл-то, расскажи. Да прям на гриле лежал. Лежит себе, отдыхает такой весь. Дымится. Ладно, вкусотища.